Доброго утра, Антоха. Доброе утро, скажи всем. Я сегодня не так встал, как тогда вставал. Да. Почему? Ну, потому что меня теперь не отводит папа, а мама. Да, и Антоха мог поспать до 7:30, а не просыпаться без 15:07. Классная погодка сегодня, только утро, 8 утра, уже 16 градусов. Еще раз доброе утро. Мое утро сегодня началось не так, как я люблю. Я вообще люблю вот долго-долго в пижаме, и завтрак, и обед. Но сейчас, Афонь, но сегодня быстро отвезла Антоху, и потом еще позвонили, что машину на ремонт можно привезти, поставить. Там все запчасти привезли, поэтому отвезли машину, сейчас поставили. Будем ждать. Дедушка приехал, ну иди встречай. Так, ребят, ура, у меня завтрак. Яичник. Фух, в общем, села батарейка. Ой, закончилась память, поэтому я сейчас перекинула все на компьютер. У меня такая проблема. Я начинаю монтировать, и у меня выключается компьютер. Если я не монтирую, то есть там в программке, то все нормально работает. Так что это, походу, что-то с программкой. Поэтому видео аж только за 4 число вышло, все дальше не монтируется. Буду сегодня настраивать, смотреть, что там прям. Вот сейчас вот уберусь на кухне и буду заниматься этим. Завтрак у меня было 2 яйца пожаренных и адыгейский сыр жареный. Он такой вкусный, блин, вообще я... Просто его так вот пожарю и буду мальчикам своим давать. Думаю, им понравится. Но сижу, мне точно понравится. Так, я делаю себе сейчас рыбку на обед. Здесь у меня на сухой сковороде лук и морковка. Еще сейчас томатную пасту приготовлю с водой. Это будет такая заливка для трески. А треска будет просто, получается, треска. И сверху залить заливкой и... запечь в духовке. Вот сейчас вот этим занимаюсь. Мама, это огонь? Ну, ты как думаешь, это огонь или что это? Конечно, это огонь. А как оно будет становиться здесь горячим? Это настоящий. Огонь! Вон она сделала, это огонь. Да. Огонь тоже. Синяя? Угу. Ура, можно потушить? Можно подуть, и он затухнет. Но не так быстро. Не так быстро. Так, почти готово. Я ее выключаю. Сейчас буду треску раскладывать в форму для запекания и будем запекать. Теперь жду, когда разогреется духовка до 180 градусов. Вот здесь у меня рыбка сложена, перелита вот этим соусом. 340 грамм рыбы. А у меня руки шелковые. Шелковые? А мы тут сейчас любим смотреть канал Супер, там сваты идут. Расскажи, что ты там делаешь. Для Рекса суп. Для Рекса суп, да? Что ты туда добавил? Ну, там простая вода. А, там простая вода? Да. И мы будем на костре жарить. С кем? С папой. А когда? Ну, когда-нибудь. Ну, хорошо. Где ты его поставишь? Ну, будет маленький, я туда его поставлю. И он будет жариться и закипит. Угу, правильно. И вода закипит. И а это что значит, когда вода закипит? Мама, это как? Может, она может бутылька заваться. Да. Чтоб вода? Угу. Ну, сали, ну, смотри, аккуратнее, чтобы тебе на ножки не разливалось оно. А ты в носках, скажи мне. Правда? Да. Тогда поставь, пожалуйста, эту баночку с Рексоном супом. Пусть она ждет, хорошо? Надо туда
петрушки я хочу заново. Петрушки? Не надо, это моя петрушка, я ее рву вообще-то. Мама, для салата. Ничего, я буду поливалькой. Вон мусор у нас. Так поди выкинь мусор. Мам, не здесь. Это же суп до Лекса. Все. Готова? Готова. Я вообще даже в футболке вышла, сегодня прям тепленько. Не знаю, что с компьютером, он продолжает выключаться, поэтому я его отсоединила блок, как минимум первое, что я могу сделать сама, помимо там чего-нибудь поудалять ненужное, почистить его программно, от пыли его продуть. Вот сейчас отсоединила блок, ну, сам, да, все, на монитор, все отсоединила, жду Сержуню, пойдем с ним продувать, когда он приедет с работы, пойдем компрессором продувать его. Наш голенький компьютер, там видно, что пыли прям много, поэтому думаю, что это будет полезно в любом случае продуть его. Я буду сейчас готовить ужин, не знаю, что, ну, что получится. В общем, у меня есть грибы, которые могут скоро пропасть, их нужно пустить в дело, вот такая паста будет широкая. В общем, это яичная такая лапша, но она очень хорошего качества. Она не рассыпется, будет как вкусные макарошки. Осталось от моей рыбы лук и морковка. Так что сейчас это все обжарю, наверное, залью сметаной и отварю вот эту лапшу. Будет вот такой ужин, я так предполагаю. Что там, Афонь, больно? У меня швы разошлись. И на этих штанах? Интересно, дождь будет или нет? Потому что папа тоже сейчас приедет. Он же меня отвез, я машину забрала. Машину я забрала, там какой-то ролик, если помните, у нас там машина стала не так работать, какой-то звук стал шуметь, нам ее что-то там сделали, но какой-то, когда начали там раскручивать, там какой-то ролик, вот его заказали, он пришел, его сейчас поменяли, 2200 мы отдали, там еще загорелось у нас АБС, вот заказали датчик АБС, ну загорелось, я когда-то ехала, затормозила перед пешеходным переходом. Ну, зеброй, и загорелась АБС. В общем-то, посмотрели, там ничего страшного, просто датчик нужно теперь поменять. И что еще сцепление, там что-то нужно будет подрегулировать, пока мы ездим, но потом попозже сделаем сцепление. В общем, короче, машины, они такие, требуют ремонта в любом случае, потому что наша машина нам нужна, мы без нее вообще никак. Вот, у меня сейчас настроение огонь, вообще ничего не хочется делать, компьютер не работает, настроения нет. Благо машину сделали, все нормально. Сижу не уже от компьютера отсоединила, сейчас жду, приедет, пойдет продувать, я буду смотреть, что с ним, если что, будем вызывать мастера. И сейчас доготавливаю ужин. Так, сейчас заново включу воду на макароны, потому что сижу не быстро за мной приехала, надо... Было ехать, сейчас закипит по новой. Здесь соус уже практически готов. Вот он, грибной соус. Не знаю, соус не соус, все равно сметана, видите, расслоилась. Ну, ничего страшного, я сразу все это с пастой смешаю, и будет вкусно. Вообще, я хотела грибы с ветчиной, но так как у меня сегодня не было машины, чтобы купить ветчину, поэтому будет просто грибная паста. Держи. Мама так боится, когда папа приезжает. И маму также, да? А я вот так. Ай, жопа перед. Пап, тихо. А смотри, как я умею. Да, с одной ногой. Оп. Посмотрите, как смотри, я умею. А смотри, как я умею. Пошли. Очень круто, очень классно. Кажется, жизнь налаживается, видео вроде бы
смонтировалось, но меня смущают вот эти вот черные полоски. Сейчас посмотрю, насколько это некрасиво смотрится. Сейчас я его включу и посмотрю, как это вообще смотрится. Где оно? Вот. Тут Афонькина фотка на заставке. Такой прикольный, да, это масленица была. Я помню, что я купила им эту нутеллу. Блин, оно какое-то маленькое, гляньте, видите? Вот, нет, меня не устраивает, но не выключился. Буду сейчас эту ошибку исправлять. I used to believe.